И здравствуйте, братцы. Некромунда. Бернин Саны всякие, Хашунаи. Да? Бармен, 16 тысяч у меня всего, да? Где Тору? Нахер, ну-ка, к ремесленнику давай сгоняем. Пип-пип-пип-пип-пип. Show me what you can do for me. Такой, show you what you can do for me. Страйкер. Архитект, талисман, удачи, глуш. Нахер глуш это вид? Ладно, прицел. Ложе, что дает ложе? Повышение, уменьшение управляемости, повышение устойчивости, да? Ой, всякие разные же ложи-то. И, ой, точность падает, тихо, никто. Так, оперативность поменьше, точность побольше. 600 денег, да? А, разница. Все одинаковые. Просто тупо выгодно. А, для красоты типа что ли, блядь. Устойчивость, точность, оперативность на 2 поменьше. Ага, 5 для красоты. Точность. Давай купим, чё? Угу. Магазин! Какой-то магазин стоит. Бля, оперативность падает. 60 зато будет. Так, этот стоит обычный. 30-45, оперативность на 2 меньше. Стандартный. Ладно, да пока поставим. Так, мы же балуемся. Burning Sun, Хашинай, нет. Ой, давай что-нибудь собачки. Ой, куда я бежал? Денежка. Так, не туда свалим. Чё я, где ношусь-то? Так, пришел за мастифом, давай. Он у меня совсем не прокачанный, да? Бонус на здоровье, замен повышает жизни. Укрепляет броню, бионические лапы, повышает скорость. Нахер надо? А чё? Радиус обнаружения врага больше. Увеличит головную броню, что уменьшает получаемый урон. Шоу рукопашных, повышается покусать броню, уши крит. Хер его знает. Жизни, восстановление модулей. О! Добавочная сила. Ну давай чуть-чуть чё, броню. Оу, лучший друг человека открыл. Купить улучшение для мастифа. Понятно. И все, да? Увеличит продолжительность боя. Вот. Четыре, блядь. Большого расстояния. Ну, 470 можно потратить. Легкая технокровь. Тоже 770 копейки. Жизни. Ну, давай. Бля, тут вот побольше денег-то уже идет. Ладно, все, пока хватит. Хоть чуть-чуть мастифчика проковырял. Так, станция Гайстер. Продолжить кампанию. Чего? Давай. Так.
Чё у нас здесь? У нас есть Iron Range, тяжелый стабер и хошиная лазерка, да? Лазерка мне что-то вообще не понравилась. А здесь чё? Здесь пусто. Ну, давай тяжелый стаббер воткнем, блин. Угу. Эту возьмем. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Аптечка, блядь. Ну давай одну-то купим. Блядь, это, конечно... Тоже с одной стороны, я понабираю всякого, блядь. Давай возьмем две аптечки. Чё, наружу? Страйкер. А! Так а нахер тогда к этому ходить? Все можно здесь, если настроить. Не понял, блин. Кредиты, 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 кредиты. Все в кредитах, в общем, упирается. Да. Ой! А чё, а сколько денег стоит это все? Бесплатно, что ли? Серьезно? Эля, погоди! Или это вот мои, которые у меня висят, их просто, вероятно, эстетически... Блять, их же навешивать надо, только что допёр, да? Ха! Ха-ха, ну я дебил, столько ходил без всего этого глушителя. Нахер он нужен? Точность, там все дела. Блять, только что врубился. Ха, дальность вообще никакая станет, блять. Так, ладно. Ну-ка, стволы. О-о-о! Да ладно, все сразу так херово станет. Пятнарик, ебать. Оперативность падает, понижает устойчивость. Короткий ствол. Стоит. Ниже, блядь, ладно, пока так. Burning Sun, Хошинай, Iron Rain. Ладно, чисто побаловались. Запустить миссию. Ну, в смысле, побаловались, я имею, хоть поковырялись более-менее, хоть... Попытались, по крайней мере, разобраться, что это дает. Хе-хе. Надо найти плюс 3 оружия. Вот с ними уже, это, как его, баловаться. О, пес какой-то стал другой. Вон на нем что-то навешано. Батареи всякие. Ой. Как меня вымораживают бесконечные тут бойцы. Я прямо вот, блин, бешуся. Найти буровую шахту. Единственный выход отсюда. Окей. Извлекитесь в временный вал, чтобы проникнуть на станцию. Я понял. Так. Вон что-то есть. Ай-яй-яй, в ящике. Так, здесь как бы осторожнее надо, то можно запросто провалиться куда-нибудь. Давай пока с этим походим. Бим-бим. Так, нам сюда. Никуда наверх дорожки нет. Так, ящик сзади. Ай!
Ой, вон они. Ну и воюйте там сами с собой. Ай, блять, придется вернуться. О. Чё ты там, блядь? Ты чё там? С щитом скотина оказался. Так, надо бы это, как его на пушечку сменить другую. Это у меня дальше. Бля. Нихера ты резкий какой. Так, вот с такой скоростью перезаряжаемся. О, побежали. Далеко. Ладно, пошли обратно. Блять, они хмыри прячутся. О! А что здесь? Просто защитная херня. Блять. Я боюсь, блять. Ой-ой-ой. Ой. Ух ты, нихера себе. Хе-хе. Блин, ты подстрелил скотину. Да на, блядь. Скотина. О. Где ты, бля? О, вон он. Дорвался нахер. Так, вниз туда провалиться. Пошел ты в жопу, блядь. А! Сука. Я все боялся перезарядиться, думал, это как сейчас прибежит. И, конечно же, он прибежал, и как раз я не перезаряженный был. О, ящик внизу. Что там такое, вот это вот все? Бля, какая-то энергия. Тюдин, блять, и где? О, вон он. Ой, нифига себе, куда? А! Бля, них, бля, вот я покоцанный весь. Угу, бля, заебись. Сейчас взорвусь. Нет. Талисман удачи 3. А как здесь бежать?
И за ящичек-то я, конечно, влетел. Бля, пиздец. Не умею я тут по стенкам бегать. Ёкарный бабай. Ну еще давай. Все, последняя лечилка у меня ушла. Сколько здесь ящиков? 5, ебан. Блин, много. Это херня, которая подсвечивает. Уж больно она корявая. Типа она еще увеличивает криты. Ой. О, наверху что-то было, блин. О. Ай-яй-яй. Блять. Бляха-муха. Ой, блять, ну хоть щит получил немножечко щита. Тихо, тихо, блин. О, извлечь сверло. Он чуть наверху лежит. Ладно, давай. А, вот это сверло извлечем. О! Ай! Начинается. Ой! Ни хрена себе! Чё за жопа? Где там все? Скотина. О! Ну и пошел ты. Ой-ой-ой, блять. Сюда я зря зашел. Так, у нас с щитами все плохо. О!
Блять, вот это жесть. Так, у меня стаббер уже. Это в смысле говорит о том, что у меня патроны кончились. Да пошли вы, идите сюда, скотина. А я эти-то и не включал практически. Магию-то свою. Да идите сюда, блин! Где там еще пулеметчик вон он? Че, сдохли, блин? Так, здесь патроны, йог. Сходим со стаббером. Охренеть, я про падение вот эти во всякие ямочки, блин. Так, вон ящик где-то. А я туда не допрыгну. О, запрыгнул вообще-то. Хашинаи всякие. Так, запрыгнул ящиков, у меня два обнаружено. А, стимулятор один. Чё, пилим туда, что ли? Давай-ка побегаем немножечко. Тут вот как-то шебутная ситуация была, блин. Как набежали со всех сторон. Я по-нормальному даже не осмотрелся. Зажали меня где-то. Здесь и зажали. Скотины, блин. Мне пришлось отбиваться. Так, ребятки, погодите. Так, все, я на месте и объясняю. На улице гроза началась неожиданно, практически ураганище. С ветром, со всей херней. Сходил. И замуровался. Ой. Так, что, нихера нет, да? Нихера нет. Вы чё творили-то, дебилы? Ой, где ты там носишься? У вас здесь это как его локация такая странная. Это чё, блять? А открыть ворота еще раз дальше, да? Взаимодействует стимулятор. 2100 стоит? Вы охренели, что ли, блять? Серьезно?
Блять, это же стимулятор, это не это как его. Не аптечка. Так, ладно, я понял. Хера у нас нет, открываем ворота дальше. О, блядь, пиздец. Ладно, полетели. Хоба. Че, куда можно идти? Вон какая-то херня, а он стаббер. Ладно, давай зрение возвращай, блин. Какие-то, блядь. Давай-ка пока издалека похулиганим, блин. Да ты побежал. Носится туда-сюда. Блять, пидоры. Ну! Блять. Ты почему там стреляешь, ты, блядь, скотина? Блять. О! Не, хреновая стрельба. Хоть какое-то количество выщелкну издалека, блин. Так, стаббер, ладно, поехали дальше. Зря, конечно, стаббером я. Так, вот раз, два, и вон направляющая. Бля. Стойте! Да, блядь, стабер давай. Ладно, приземляемся. О! Ой, пёс. Да какие-то собаки это. Стаббер их не берет. Блять.
Ой, стимулятор. Гранаты. Гранаты! Вот что там наверху. А, вон ящик, понятно. Эй! Блять. Хоба, где мы оказались? Здесь мы оказались. Бля. Силовое поле, а я думал, это будет ящичек. Еще три ящика. Так, здесь нихера нет. Доберитесь до станции. Ладно, открываем. Че, дальше путь, да? Нет, погоди. Мне казалось, что здесь два квадратика есть. Доберитесь до станции. Давай, обнуляйся. Вот. Хоба. Так, здесь квадратика нет, и нет, и нет, и нет. Только туда вперед. Ой. Ну, мелочи какие-то. Полезные, наверное. Очень хотелось бы думать, что они полезные. Да, ладно, поехали дальше. Блять! Блять! Сука! Сука. Блять, как страшно светит. Пидоры. Вот это было весело, да, базаров нет. Классно, классно. Напугали, спасу нет. Как бы, да, это есть такое. Что там внизу-то? Так, ну давай сейчас щелкнем. Стимулятор. Что там внизу? И что там такое внизу? А, можно было типа вниз шлепнуться. А, или что, или нет. Вот отсюда можно пропереться все равно. Ну вы, конечно, да. Напугали меня. Hey, can you hear me? Ну. Yeah, I got you. Looks like some meat and Goliath have got the same idea. Yeah. Голиафы там. They've salvaged a bunch of AMBOTs from the loading station. Looks like they're trying to get it reactivated too. I'm gonna take care of this before that train gets here. Че, как их расстреливать надо, что ли? Ага, есть. Так, где еще один? Ой. 100 и сотня. Блять.
Ух ты, пидоры! Блять, да где вы там? Так, этот сломался. Так, их 4 штуки, да? А откуда вылезли-то оттуда, пскотина? О! Есть. Да пошел ты! Так, где они, блядь? Столько локаций мимо пробегаю. Ой! Так, давай, пес, разбирайся там. Так, понятно. О, сундук. Блять. Так, 3 сундука из 5. Блять, нихрена себе ты как подобрался ко мне, скотина. Так, поезд, ладно, хер с тобой, бля. Я столько просто мест пробежал, надо бы это поискать там что-нибудь. А, вон. Назад. Хоба. Интересненько нашел. Так, что еще? Где там? Вот. А, вон там он. О! Открывай. Бах! О! Троечка! Ну-ка, чё такое, следователь? Тихо-тихо, блин. Следователь. А, найдите оружие плюс 3. Я понял. Так, это у меня типа чё? Стаббер. А, у него патронов мало. Так, чё это? А, ни хрена себе, где тут пробираться надо. Вот, стаббер плюс 3 будем прокачивать, что поделать. Да лезь! Ага. Последний ящичек где-то остался. На поезде, наверное, да?
Нападите, говорит, на поезд. Сейчас нападем на поезд. Эй! Блять, ладно, по лестнице полезли. Не умеем мы. В Маугли. Так, патронов мало. Че у нас здесь? Значит, здесь облазили. Явно, да, динамичные стрелялки не для меня. Хожу, брожу, что-то там лажу. А, ой, здесь же был. Тихо, блин. Блять. Да блин! Сука, еще мимо труп пролетел. О! Ищу такое денежка светится. Блять, да задрал ты? Ай! Сука! Попрыгульчик. Угу, да, вот. Вот через это место я должен был по-нормальному-то пройти. Так, здесь у нас поезд. О! Что такое? О, последний ящик. Причем ящик-то был этот. Эй! Тихо, блин. Эй, нормально пройти не дает, бляха. Как мне туда попасть? Ребята, хочу попасть. Посудняет. Так, это у нас поезд. Блять. Сука, свалился. А может как-нибудь снизу пробраться можно? О, катакомбы какие-то. Но по которым я быстренько пробежал. Может, Робби-то хотел замечить. Робит он тут стоял, да. Так, щит у меня максимум. Вот, где-то там. А, вон. Открывай! Бабах! Блин, кто-то один-то должен был взорваться. Ну все, 5 ящиков, красота! Пошли теперь с чистой совестью. Чуть такое зелененько белеется. Я думал, денежка будет. Где там выход? О, сенсорная граната. Весь такой упаковался. Главное сейчас не сдохнуть где-нибудь, блядь. Я это могу запросто. О, еще денежка. О, патроны, граната. Ишь ты, понаходил всякого. Так, где там поезд-то? Наверху, да? Вот, поехали еще раз на один этаж вверх. Охренеть, вот я на поезде. Ой. И чего, что сделать? А, брат, вот так. О, блядь, бронированный, сука. Уходим.
скотина. Тесла, блин. Где ты там, блин? Типа босяра, да? О, со всех сторон полезли, нихера себе. О! Полезли откуда-то из-за кутков, скотина. О! Откуда-то вылез. Too many of them. Чего? Чего? А, убегайте? Так. Главное сейчас найти место, куда бежать. Блять, не нашел. Так, вот, подъем. Ай! Ай! А, здесь не пройти. Ух ты, блядь. Так, где пролезть-то теперь? Оба. Блядь. Хрена себе вы устроили здесь. Дебилы, что ли? О, блядь, давай, лезь. Да, блядь. Ой! Убит, меня собака загрызла. Тихо, тихо, куда бежать-то, бля? А, еще раз завалился. А, о, убегайте, 96, блин. Бегайте на чем, блин? А, во! Сука. Бегаем. Еле ушел. Чудом ушел. Что-то они там устроили перестрелку. Жесть. Че? А, во. Ай! Тихо, блин. А, о, орел Аквилла. Чего? Ты кто? Можешь меня собрать или сбросить меня, да? Бам! Ты чё меня бьёшь-то? Все-таки скинул, скотина.
И что это, и что это? Мы что, в плен меня взяли, что ли? Ни хрена себе, миссия пройдена. Так. Iron Fist. Обязательное оружие, да? У меня урон больше, точность выше, устойчивость меньше и пробиваемость меньше. Давай возьмем бам. Эшер Кис. Ну нет. Так. Ну-ка сейчас проверим. А, вот же выбрано, что я поставил, блин. Понятно, блядь. А я просто так таскал. Думал, что они это, как его, по дефолту что-то добавляют. Не, нихера, нужно все эти штучки. Я просто их с собой ношу, их нужно ставить куда надо. Ну, вон видно, да, что я выбрал. Вон выбрал, это просто лежит. Шарки собрать. Дюкхаммер, что-то мне, помню, не понравился. Павес Легаси, дробовичок. Ты же как-то, блин, не очень... А чё третья? Хошина и нет. Эй. А, вот он, блядь. О, хороший. О, чё такой темпест тяжелый стаббер. Два стаббера, да? 64. Так, во-первых, давай Iron Rain берем, потом Iron Rain с этим сравниваем, и говно, это мой лучше, понятно. Так, Tempest это тоже, смысла брать нет, но Tempest тоже тяжелый стаббер, а ну-ка с этим сравним. Так, у Tempest типа скорострельность выше, урон меньше. Ладно, Tempest, блять, я возьму сюда тупо посмотреть, что он там дает. Надо же побегать чуть-чуть с этим оружием. Комбинезончики нахер. 68, 6 к энергии, бонус двучи. Этот вообще-то мне нахер не нужен. Так, предмет статуса. Шанс крит удар. О, он его почему-то не поставил. Ха. И тоже не поставил, смотри-ка. Три броня. А че ты его не используешь-то, эй, скотинка? Ну-ка, дрынь, не используется. Дрынь, опять не используется, бля. Заменять экипированные статусы. Этот экипированный, этот не экипирован почему-то, бля. Ладно. Непонятно. Ну, это чушь, в общем. Плюс два, блин. Урон беспонтовый, нахер. 4, слабо все. Так, талисманчики. Талисман удачи. Амулет приносит удачу, позволяет получить дополнительные кредиты. Вероятность 11. Нихера себе. Вот сюда и надо поставить. Бамс. А это все чушь, в общем. Ти-ти-ти-ту. Вот заново пошло, да, талисман удачи. Понятно. Все вроде бы с этими. Продолжить ни хрена себе. А что это мне столько денег стоит? Хошинай. Вообще не нравится.
Я не умею с него стрелять. Аренарин у меня лучше. Ну да, вон предмет статус. А этот почему-то не одет, блять. Этот одет. Ладно, продолжить. 30 тысячонок заработал. Класс А, Deathbringer, новое оформление, налоги. Налоги! Так, что дальше? Кто меня в плен взял? Четвертую миссию. Или что? Открыта засада. Че открыта засада? А, закончите главу 4, все, да? Сколько можно всяких, много всяких достижений. Надо эту качалку, не качалку, штуку, чтобы силовые поля сносить. Силовые поля, поля здесь какие-то сильные, блин. Брынк, вот он я. В плену. Сейчас будут издеваться и мучить. Вот это хмырь. Get back. In the corner. Ну-ка назад, говорит, в угол. Ну ты хмырь. Сказали, чтоб меня, тебя, в общем, меня, грубо говоря, к тебе притащили. Ну-ка свали-ка, говорит. Знаешь, что нихера не догоняю, говорит? Почему ты сначала отпускаешь меня, а теперь выявляешься и мутишь воду опять, да? Сейчас собаку вызову. Ой. Чё ты, блядь, собаку не трогай мою. И чё, биться будем, что ли? Пэу. С меня довольно. Это еще миссия не пройдена? Да ладно. Ой, тут три сундука с сокровищами. Нихера себе. А че я без оружия, без гранат, без нифига? Че от меня хотите-то? Ой. At least these meatheads know good equipment when they see it. Так, освободите и получите снаряжение. Блять. Так. Меня еще не упускают, скотины. Ну ладно, давай. Давай-ка стабер возьмем. Крутой, плюс 3, который. Ну, которых. Так, в общем, они меня взяли в плен, дурочки. И даже в плен, то есть нормально не смогли взять. Собака моя, типа, пришла и им там показала, где раки зимуют. Пришла такая собака, говорит, так вот же они, раки-то, вот здесь они зимуют. Все такие, да не может быть, вот за это и поплатились. Шух. Ай, перелет. Так, погоди, вот я здесь, вот оружие я подобрал свое, квадратиков никаких нет, пошли, да, вот тогда. Хмурятник. Ой, блядь. Ай, блядь, сука. Там деньги лежали просто. Там лежали деньги наверху. Тирин. Так, здесь у нас ничего не светится. Там у нас вон указатель. А вон что-то светится. Вон что-то белеется. Внизу, главное. Так, мне вон туда идти. Эй, че, серьезно, блин? Никак не выйти? Так, этот сломан. Ладно. Я понял. Деньги, главное, не подобрались. Ой, ой, вот.
Да бля! Где там все? Дайте вам гранату. Оу, бля. Что ты такое сделал? Что здесь? Куча патронов. Где ты там, блядь, хулиган? Патроны, пушки. Разлетелся в кровавыми ошметками. А ты думал, батенька, это ж Вархаммер. Тут очень сложно даже до пенсии. Если вообще знаком такой параметр, как пенсия. Не параметр, такое слово. Пансион. Так, ладно, пошли ящички искать. Вон квадратик, вон второй квадратик. Ну, вон три квадратика, бля. Оу. Жесткач. Где теперь этот ящик ты искать, бля? Вау! О, вон еще ниже куда-то, бля. А третий куда пропал? Ну блин, я заблудился тут еще. Так. О, патроны еще забыл. Так, эту херню я дернул, что-то там включилось, то есть там путь где-то открылся. Давай поищем этот самый путь. Так, ну явно не через эту херню. Мне, конечно, ума хватит в эту херню залезть. Так. И чего? Дальше куда, эй? А, он переходит с какой-то. И чего? Нет, туда смысла нет лезть. Бля, нормально. Указатель-то дайте какой-нибудь. А, блядь, ну заебись, блин. Я откуда знал, что эту херню надо? Так, в общем, это оружие ближнего боя. Давай, идите сюда. Хе-хе.
Кемперим. Че вы там, живые есть? Начинается. Да на! На еще! А! Ой! Подорвался, скотина. О, донати гранату, блин. Че, успокоились, блин? Тут какие-то ребята нервные, пиздец просто. Таблетки не едите, что ли, блин? Таблетки кушайте. Так, магический щит. О, продолжайте. Нет, не будем продолжать. Вон тут ящик. Хо, блядь. Хе-хе. И как до тебя ящичек добраться, а? Ящичек. Душа моя, как до тебя добраться? А. Ай. Да еб твою мать. Вот так вот. Так, ящик у нас закупоренный, млян. О, у вас что тут, пыточное, что ли? Весело, ребята, время проводите. Как бы базаров нет. Так, продолжайте, продолжайте. Не, говорит, ребята, вы продолжайте, продолжайте. Что там у вас там весело? Так, нихера. Там внизу. Там наверху. И продолжайте. Ну, ребята, блин, так скучно, блядь. Не скучно, блин. Жадность меня не дает никуда деться. Так, ладно, попробуем через продолжайте, блин. Продолжайку. В продолжайку сходим. Ой, а где продолжайка? Здесь. Продолжай-ка снизу. О, ящик. Штимулятор. Эй, что там светится? А, батарея. Найдите выход! Сундуки с сокровищами. О-о-о-о. Я понял, указатель вот, ящик вот. Вон там еще ящик. Ай! Нихера себе! Ну вот это жесть, конечно, блядь. Чё за херня? Ой, куда это я вообще запрыгнул? Ебануться.
Нормально. А чё не берешь? Ну давай подберем. Да хер его знает этот Deathbringer сраный. Так, у меня этот остался. А птичек у меня ноль. Но... Чё за херня? Чё-то я не научился по этой лаве бегать сраной. Сейчас же меня пристрелят. Да херово. Эй! Опять налезли сюда, скотина. Ай, там... Дай! Скотина, иди сюда. Блин. Так, я правильно понял, сейчас проходит за мной, закрылся, да? Там, о! Бля. Ой, чё ты, куда это? Блять, ты задрал. Да, это что такое? Граната? Где вы там? О, вон орёт. Чё вы там, живые? Нет, где у меня гранатка лежит? Вот она. Хе-хе. Да, блядь, вылазь сюда. Блять, застрял. Да пошли вы нахер. Сюда запрыгивайте, блядь. Попрыгульчики. Подорвался? Все, успокоился, блин. Это нервный какой был, а? Ой, там внизу дырочка была, дырдочка, которой провалиться можно было. О, ни хрена себе.
Так, давай каждый угол облазим, что-то а то я при смерти какой-то. Это мне не очень нравится. Потому что сейчас какой-нибудь хмырь опять прилезет. Эй. А, вон. А, и вот сюда я не запрыгивал. Патроны. Блин. Ой! Хе-хе. Блять. Так, ладно. Где там последний ящик? Вон там что-то белеется. Внизу главное. А идти-то мне куда? А идти-то мне вот туда, наверное, да? Ой, блять, еще и... Ох, ты еще не сразу подгрузился. О! Эй! Скирей! Эй! Бля, попал! Да блядь! О, бэкстабер. Пушку взял, блядь. А! Сука. Я ж при смерти, блядь. О, блядь, сзади мне ударил. Не, успел. Блядь, да вы что задрали? О, вон он, пулеметчик опять.
Блять, успел ударить. Ах ты, блять. Блять, ты чё там, где там пулеметчик сраный? Блять, да задрали вы? Готов, скотина. Фу. Да. Ух ты. Блять, ты задрал. Затылочек воткнул ему. Ну там самое больное место, затылочек. Вот ему в затылочек и тыкнул. Использовать, ну да, блять, нет, не используем, блин, пойдем поищем последний чемодан. Так, здесь квадрат. Ду-ду-ду-ду-ду. Чё-то двойная миссия какая-то оказалась, я к ней был не готов морально. Давай. Так, указатель пути. Хе, нихера нет. Так, тут миллион патронов. Чё там еще? Еще патроны. И последний чемодан просохатил где-то. Нахер вот этот прицел? Это вроде бы как бы прицел поисковый еще, а так ты с ним хуже начинаешь видеть. Бля. Бесит вот такой подход. Давай используем. Хер с тобой. Так, бля. Это еще не конец, что ли, да? Что это у вас тут такое? Чем вы тут занимаетесь, блин? Че это, блин, опять квадратик сраный?
Так, это опять не конец, да? Ай, стимуляторы 3 штуки, у меня аптечек нет. Так, аптечки надо, в общем, брать. О! Хе-хе. Бамс, блядь, так и думал. Страйкер новенький какой-то. Все ящички, все, я доволен. Ой, а внизу вон. Щитик! Так, поехали. Идем со страйкером. Все, собаки кончились. Страшные такие, блин, бежали с глазами, налитыми кровью. Что-то они от меня хотели, судя по всему. О! Ай, денежка валяется. О, за камнем спрятали. Видели, да? И? Я вот туда... Ой, уходите отсюда скорее. А-а-а, блядь! Ну, ушел я. Блять. Что делать-то? Давай, пес, блин. Хулиганик, чё я? А, вот, да, заливали, скотина. Так, все три ящика нашел. Я теперь спокоен. Полезли. Ну, полезли. О, музыка пошла, блин. И они по низу полезли. Скотина. Лезьте сюда. Лезьте, блядь, сами лезьте. О! Ну, где вы там, все остальные-то? Вон она я. А, блин. Где вы там все? Хер пойми, где шатаются, скотина. А вон они. Давай, беги!
А, опять эта волшебница страшная. Хе-хе, отстрелил ей голову. Продолжайте, говорит. Нормально, говорит, продолжай. Ой. Вот, опять в какую-то херню зашел. Чё, сейчас рычаг дернем, дальше поедем, что ли? О, там стрельба какая-то опять, блин. Вы нормально-то не можете общаться? О, этот хмырь. Да пошел ты! Энергетический меч клёво изображен, кстати. Ты нормальным голосом можешь говорить? Чувак всех поубивал, типа у меня знакомых. Ты от бандита ничем не отличаешься. Я типа ни на кого не работаю. Нихера ты там чуваку по башке молотом ударил, что ли? Ой, ой, ты чё, исчез? О. О, меня спасать пришли, а этот хмырь ушел. Well, I was starting to think you'd earned your fortune and left for good. Ты, говорит, думал, все, ты сгинула. Что ты, как ты здесь оказался-то? Понятно, пришел, спас, ага. Хорош выпендриваться, говорит. А чем ты мне такое советовал-то, что я не выполнил? Ну-ка. Your advice isn't going to help anyone avoid. Да вы, говорит, советы никчемные. But it might just get them out of it in the end. Or further in. Who was that? Что за, говорит, хмыригал с Голиафами? Или, говорит, на серебряного, как у тебя работает? Ну-ка, давай вернемся, говорит, в тупик мучеников и там разберемся, в чё, как, куда. Ладно, поехали обратно. Ой, длинная миссия оказалась. Динамичненькая. Чё за хмырь был с энергетическим щитом, я не понял, блин. Это считается за одну миссию интересно или за две? Ой, Firebird, плазменный пистолетик. Scars Makina Bolt Pistol. Эпитафия. Дробовик этот нахер не нужен, блин. Ну возьмем пистолетик, чисто посмотреть. Фаерборд возьмем, тоже чисто посмотреть. Давай возьмем, даже эпитафию возьмем. Может ее как-то можно прокачать, интересно. Дезбрингер, да чё за ММА? Стоп-пушка. Випантер, автомат. Страйкер с моим... У меня урон больше, оперативность только меньше. Нахер его. Шинель нахер. Легкий комбинезон. Ну-ка. 68, 4 к броне, 6 к энергии, 4 к энергии. Бонус добычи. Тоже нахер его. О, чуть такой. Плюс 5 броне. Броня, шанс крита, бонус добычи, шанс крита. Хоба, и опять не одевается. Ну-ка, я сюда слить. Хоба! Ой, а это типа запасной. Я понял. Хоп. 9 здоровья. Ага, вот этот вместо этого возьмем. Защитка от биологического меньше. Но это хоть броне дает. Давай этот сюда. Да? Да нахер? Не, или что? Возьму, ладно, возьму. А это что делает? Три к броне. Шанс крита, бонус добычи. Из-за бонуса добычи пока оставляем, в общем. Нет, напялим нафиг.
Этот защиту дает запасной, в общем. Это уже беспонтовые какие-то. Талисманы удачи. Талисманы удачи. Ой, что это делает? Нет. Угу. Так, в общем, я туплю. Нужно во все оружие, что нужно понаставить, в общем. Пять. Ага. Так, вот. Ладно, продолжим 27 тысяч. Ну, за миссию 100 штыкарей практически нагреб. Нормально. Появилось новое оформление. Так, сейчас посмотрим, это за две миссии считается или за одну. Открытый побег. Все-таки за две миссии, по ходу дела. Ну ладно, чё? Эй, хорош. What's all, ребята? На сегодня, думаю, все. Итак, две миссии подряд прошли. Да? Да. Martyr's End. Ну, продолжение через день. Funeral Ball. Ладно, все, покеда.